Что? Мне звонит Гренни! Всем привет, ребята! Вы на канале Егор Кот. Перед началом видео подписывайся на канал и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А если ты прямо сейчас поставишь пальчик вверх под этим видео, тогда завтра тебя ждет сюрприз. А если не успеешь поставить, то завтра тебе будет печалька. Прямо сейчас ставь палец вверх, я считаю до трех. Раз, два, три. Вау! Ты что, правда успел или успела? Молодец! А мы приступаем к новому видео. Ребята, я очень долго готовился к этому видео, потому что я реально боялся его снимать. Сегодня ночью мы будем играть в игру Гренни. Но не Гренни, а Грэппи. То есть это где есть и Гренни, и еще дедушка. То есть бабушка и дедушка. Эта игра вышла в прошлом году, но я все еще никак не мог в нее сыграть, потому что я боялся. И сегодня я снимаю видео, где вместе с вами будем играть, и вы будете видеть все, что происходит у меня на телефоне. Он вот как называется эта игра, вот она. Она называется Granny Charter 2. Ребят, вы не обращайте внимания на то, что время 14:53, я могу сейчас доказать, что сейчас ночь. Ребят, посмотрите, за окном уже давно темно. Я скоро буду ложиться спать. Ребят, сейчас я включаю запись экрана, и вы будете видеть все, что у меня происходит здесь. Раз, два, три. Так, я нажимаю на эту игру. Мне переворачивается экран. Я включаю звук, чтобы мы слышали звуки об опасности, если что-то пойдет не так. Так, ой, боюсь на всю делать. Это же страшно, подождите. Так. Do you want... Так, да, соглашаемся. Так, и вот у нас, видите, вот этот дед, а вот это бабка Гренни, которую мы все знаем. А деда я раньше не видел. Посмотрите, у него какая-то очень грязная одежда. Интересно, что он делал, что она стала такой грязной. Давайте играть. Уровень нормальный, экстремальный. Давайте нормально будем играть. Все включим. А, нет, ну ладно. Не будем включать. Или что это? Ладно, не будем включать. Давайте дальше. Так. Я вообще не знаю, что делать в этих играх, поэтому, если я что-то делаю не так, ребят, поправьте меня в комментариях или же в Инстаграме, на который вы можете подписаться, кстати. Вот, поэтому подсказывайте мне, потому что я вообще не знаю в этих играх. День первый, ребята. Так. Что у нас? Ничего не слышно? Что у нас тут? То есть он, это, я просыпаюсь в каком-то заброшенном доме, где они живут. То есть мы здесь видим... Так, ребят, сейчас я... А, мне на всю... Ладно. Так, здесь у нас есть дверь. Давайте откроем. Есть какой-то ящик, что он... Его можно открыть? Его мы не можем открыть. Ребят, что за страшные звуки? Что это? Что? Ну-ка, и что это такое? Что за коробка? Зачем она нам нужна? Что мы будем с ней делать? Так, подождите, это ручка? Что? Как это вообще произошло? Мы еще ничего не сделали же. Или мы потому что подобрали эту коробку? День два. Ладно. Вообще, я не ожидал то, что он будет здесь. Так, просыпайся быстрее, давай. Давай просыпайся быстрее, мне уже надо идти, подожди. Так, открыли дверь. Так, мы больше не пойдем в ту сторону. Мы пойдем сразу вот сюда. А нет, здесь там не нужно мне. О, подождите, здесь есть какой-то рычаг. Так, понятно. Всем пока, так сказать. Так, здесь нам тоже нечего делать. Куда нам вообще идти? Я не понимаю просто. Вот тут... Да как-то это неинтересно, он слишком быстро убивает, не дает тебе время, чтобы что-то сделать. Это неинтересно. День три. Ребят, если вы мне объясните смысл этой игры в комментариях, я буду вам очень рад, потому что я не понимаю, я ничего не успеваю сделать, и меня уже убивают. Я не знаю, что? Мне звонит Гренни! Ребята, это... Мне звонит Гренни... Что мне вообще делать? Давай. И на обложке здесь есть дед. Давайте ответим. Алло. Гренни, это что, сиреноголовый или что? Что они говорят?
Алло, алло. Ну реально, это не смешно, потому что это просто звук сиреноголового. Я сбрасываю. Ребята, вывод то, что никогда, ни при каких обстоятельствах не играть в эту игру в 3 часа ночи. Как видите, это очень опасно. Ребят, ставь палец вверх под этим видео, если вы хотите, чтобы я сыграл еще какие-то игры. Пишите мне в комментариях, какие игры сыграть. Я вас всех очень сильно люблю. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте палец вверх под этим видео. Я вас всех очень люблю, еще раз это скажу. До новых встреч, ребят. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.